Добрый день, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня мы играем за тусового гангпланка в лиге. Играть будем через руну клептомантии. Играет веселенькая летняя музычка. А что нужно гангпланку для того, чтобы... Ну, для полного счастья. Это лопатка, огненная лопатка Спанч Боба. Огненная лопатка Спанч Боба, водяной пистолет и веселенькая рубашка. Вот такая. А так, а руна клептомантии позволит нам клюшечкой золото собирать. Не только, ну, с этих, с вражеского персонажа. Как раз, он, видите, как удобно. Ну и с миньонов тоже. Лопаткой можем вот мясо готовить. Можем жонглировать апельсинами, естественно. О! У нас гангпланк еще и повар неплохой, да? Так. То есть мы за выстрел по... Героя получаем голду, и за выстрел по миньону тоже. А еще мы можем бочечки ставить. Но это не бочечки, это... Это арбузы. Ух ты, смотрите, как у нас... Что, больно? Да, есть такое, слушай. Итак, водяной пистолет, рубашка и... А, вот оно как. Но у нас мана будет очень быстро заканчиваться. Поэтому нам... Поэтому я и собрался. О, отлично. Ух ты. Опасно. Вражеский олаф вышел. Мы должны будем быстренько собрать шин. Ой, не шин, а это сияние. И у меня в дополнительных рунах еще по мане стоит поток маны. Потому что маны будет реально очень много тратиться на выстрелы вот на эти вот. Апельсины тоже нужно будет кушать для того, чтобы от станов избавляться. Но я думаю, вы помните, кто такой гангпланк. Так, шин. А, вот я кстати, в фаст шин пошел, чтобы быстрее его купить. И у меня телепорт, то есть я как раз могу быстренько вернуться. Сейчас мы быстренько... А, ну мы не сможем по-быстренькому, да, отойти. О, я еще денежки получил. Так. Сейчас мы с шином придем. Будет вообще отлично. Сапожки у нас сами купятся. А на хилки я денег не жалею. Потому что... Знаете почему? Потому что они больше восстанавливают. Они больше восстанавливают. Никому не будет пощады. Так. Ну и сейчас потихонечку будем харасить. А, вот как. Ну это на всякий случай, чтобы если олаф... Вдруг бывает так, что через кусты подходят. Клинки, пистолеты, мне все одно.
Ну, кстати, я больше получаю урон, чем он. Заметьте. И он что-то очень больно меня харасит. Прям что-то очень. Мне главное не пропустить момент. Потому что ультить надо будет. Милосердие пошло ко мне своим кораблем. Я его вижу. Как раз. О, ману получил. Вот это шикарно. Там что-то происходит, да? Там бегает. Медленная смерть станет их наградой. Оп. Воу, тихо. Это уже опасно. Недооцениваю я его немножечко, да? Ну, еще и покушал. Нормально. Тотем контроля. И главное еще про ульту не забывать, потому что что-то я про нее подзабыл. Даже отличный ульт. За пушт убьем, да? Что-то никак мне... О! Ой. Только надо было пораньше сделать. Не знаю. Долго я что-то думал. Бочки у нас идут в макс. И мы пушим дальше. Один разрез от уха до уха. Ваша башня уничтожена. Перерезать горло — это слишком просто. Опа, вард. Надо убить вард. Повесьте их в кровавых доках. Ну и печеньки, кстати, очень неплохо так помогают. На линии-то стоять, да? Да и фармить можно так сейфово довольно-таки. Это тоже радует. Ух ты, это мана. А, не, это эликсир умения. Шикарно, смотрите. Шикарная штука.
О, слушайте, а у нас, кстати, лесник хорош. О! То, что я не смогу забрать, я все-таки он меня убил. А он сам умрет, нет? Не. Жалко, что он по мне попал этой ракетой. Но хоть Олафа забрал, то ладно. Скоро у меня тройственный союз будет. Это будет очень круто. Вот что, знаете, что я забыл? У меня же, оказывается, места не было под тотем контроля. Я поменял на оракула. И теперь, получается, я без вардов. Я могу вот так сделать. Поискать вардики. Их тут нет. Больно. Вот это у него комета, она как раз прям очень, очень круто смотрится. Что такое? Что такое с мышкой? Видите, как больновато. Больновато. Вау, тихо. Очень опасно. Урона от него, конечно, миллион чего-то. Я редко забываю и не умею прощать. Я вернусь там еще сильнее. Перерезать горло — это слишком. Ууу, это чё? Это что ли, мисс Фортуна так? Да, это мисс Фортуна. Они нам топ просто уничтожили. Собрались и уничтожили. Ну, теперь можно, в принципе, и аниски сделать, и стерк потихоньку собирать. Ну, сюда ультовать смысла нет, я думаю, сейчас, потому что их больше.
Кстати, на боте, я смотрю, тоже у них, у нас пропушено. Ну как, у них. Нами пропушено. Вот вам, Билчвотерское милосердие. Враг неудержим. Все поплатятся. Отребья. А сколько монет у нас? А, у нас 500 монет нет. За монеты мы можем улучшить нашу ульту. Милосердие пошло ко дну своим кораблем. Ну там что-то Волов бегает. Сейчас скоро что-то будет. Вот они, вот они. О, что, я не убил его? Ужас. А Олаф-то у них наглый, да? Ну что ж, не убью я его. Да ладно. Он живой остался. Ну хоть удир добьет. Не, не добьет. Обидно получилось. Вардик выпал, кстати, из кого-то.
Опа, окружают, да? Что ж, он дальше пойдет, что ли? А ведь он может. А, ну и вот они убьют. Да, нормально. Ого, меня чуть-чуть задело ультом, и уже... уже урон такой дикий. Так, а что мне? Ну, пока ничего. Ну, я так понимаю, команда хочет сдаться. Ну, в принципе, даже не знаю. Даже не знаю. Как в этой ситуации поступить лучше? Давайте еще поиграем. А могут обойти, да? Я выгляжу терпеливо. Всякая дорога куда-то ведет. Союзник убит. То, что я не смогу забрать, я сожгу до тут. Ух ты, что-то быстро я как-то отвалился. Тем временем топ разносит олов. Конец серии убийств.
А, вышел кто-то. Ну ладно, тогда уж давайте сдаваться. И на этом все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Всем пока!